Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем готовить хрустящие малосольные огурчики горячим способом. И для приготовления нам понадобятся огурцы 1,5 кг, лист хрена 1-2 штуки, укроп, желательно с зонтиками, но если нет, можно простой, 8-10 штук, листья смородины, листья дуба, эстрагон, веточка. И приправки: перец черный горошком, перец душистый, острый стручковый перец, бутончики гвоздики, а также лавровый лист, ну и, конечно же, чеснок. Для рассола из расчета на 1 литр воды нам соли и 1 столовая ложка сахара. Чтобы огурцы получились хрустящими, их нужно заранее замочить в холодной воде. Для этого нужно срезать кончики с двух сторон и от степени того, насколько они мягкие, замочить их от 30 до минут до 3 часов. Если огурцы собраны в огороде, то в этом случае не нужно их замачивать. Можно приступать сразу к засолке. Воду довести до кипения, добавить соль, сахар. Добавить смесь перцев, бутончики гвоздики и горчицу, семена горчицы. А также добавить лавровый лист. У меня такой большой, я добавляю один, можно добавить два. Дождаться, пока смесь закипит, и дать покипеть 1-2 минуты. А пока рассол наш остужается слегка, мы приготовим приправки все для засолки. Всю зелень нам нужно разделить на 3 части и вниз выложить первую из них. Также у меня вот 3 достаточно крупных зубчика чеснока, и я их тоже разделю на 3 части, то есть вот одну из частей я порежу на донышко. Порезать лучше тоненько, для того, чтобы он лучше напитал наши огурчики. Выложить первый слой огурцов, вниз выкладывать более крупные огурчики. Затем второй слой зелени. Я добавляю эстрагон, веточку, он дает такой интересный бочковой вкус и очень хорош при засолке. Вы смотрите сами, добавлять его или нет. Затем выкладываем второй слой огурчиков. И оставшуюся зелень. Я использую листья вишни. Можно использовать вместо них листья дуба. Вместо листиков смородины можно использовать листья малины. И сейчас наш рассол остынет примерно до 80 градусов, и мы зальем наши огурцы им. И нам нужно будет, чтобы они постояли минимум 12 часов. Через 12 часов маленькие огурчики уже полностью засолятся, а большие огурчики засолятся примерно через 24 часа. Оставить можно на кухонном столе, ставить в холодильник пока не обязательно. По истечении где-то 16 часов поставить нужно будет уже в холодильник. Итак, рассол наш остыл. Потихоньку заливаем наши огурцы. Как вы заметили, в рассоле мы используем горчичные зерна. Они дадут легкую остринку нашим огурчикам и определенный вкус, а также они за счет этого будут больше хрустеть. Здесь у меня на литр рассола, и у меня еще сварено еще пол-литра, то есть вот 1,5 литра получится. Нам необходимо этого рассола. Придавить чашечкой, это будет гнет своеобразный, и оставить минимум на 12 часов. У нас прошло 16 часов, наши огурчики стали
солеными, вкусными. Давайте посмотрим. Вот они слегка поменяли цвет, но не сильно. Пахнут они очень вкусно. Выкладываем их на тарелочку. Такие вот огурчики. Подаем к столу, кушаем с удовольствием. Итак, дорогие друзья, наше блюдо готово. Готовьте его, кушайте. Не забывайте подписываться на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. А я с вами на сегодня прощаюсь. Всего вам доброго, до свидания.